Говорит, не могу. Привезли нас в 9:30. В 11:30 сказали, заберут. Вот так. И заберут. Останемся с волками жить. Если здесь вообще не волки. Вот-вот, солнце вышло. Погода сегодня немного облачная, так что, может быть, нам не слишком будет жарко. Я надеюсь. Кто-то, наверное, да, уже пожарится. Карта вон, карту надо. О, карта, да. Больше не работает? Дальше я покажу все. Покажи. У нас тут тигры, жирафы. Обезьянки. Ой, кенгуру. Я никогда не видела кенгуру. А я держала на руках кенгуру. Я видела. Я в московском цирке. Я прям фотографировалась. У меня есть фото там, где я держу кенгуру. А в Олимпийском зоопарке. Ой, это фламинго. Фламинго. Смотри. Так, в московском зоопарке при входе нас встречают фламинго. Только я пока их не вижу. Вон они. Где? Не в московском. В московском есть фламинго. Нет, ты просто сказала, мне кажется, нет, я сказала, как в московском. А, вот. Но здесь так скудненько по сравнению с московским зоопарком. Десяточек фламинго. О, это что-то очень яркое. Это не как у нас сотня. С фламингами мы уже нафоткались. А, в Москве. Пойдем посмотрим, кто тут есть. Ой, смотрите, интересный. Кто здесь еще? А, вот лемур. Здесь можно покормить лемуров за 10 динар. Их можно покормить яблочками и сделать фотографии. Лемуров я пока не вижу. Наверное, где-то вот там в домиках. Вот они! Ой, какой немножечко! Ёлка-яка! Кажется, они... О, пошли, подойдем ближе. Это лемуры. Лемуры. Это которых покормить можно за 10 динар. У меня есть пижама лемура. Пойдем. Вот здесь. Мы задержали. Интересно. Какие-то не блекла. Предупреждение написано на всех языках, в том числе для русских. Запрещено переходить ограждение. Нельзя подходить к животным. Потому что, как мы видим, клеток тут нету. Да, нет клеток. И они просто перейдут, да? Думала, а это очень похоже, типа можно трогать животных, если они к тебе подойдут, то можно их погладить? Или они тебе палец отпустят? Смотря каких, наверное. Ой, а это тут утки, да? Здесь какие-то лебеди, мне кажется, и утки, которых я не вижу. Хорошо, смотри, народ тебе подойдет, у меня вот белый лебедь написано. Лебедя не видать. Подождите, Таня, блядь, говорю, не все. Делайте. Мне еще поматерись на видео. Это для Ютуба. Не поверят, так-то, что в той нисе, да? Не семейное фото. На речи, а не те. Ну и пусть для Ютуба. Я пытаюсь лебедя снять, которого я не вижу. А мы проходили там, вообще рядом был. Прям с
сеткой. Да? Ну ладно, что мы, лебедей что ли не видели? Это можно сфотографироваться с котиком, опять же, за 10 динар. Фото с морской лев. 10 динар, это сколько в рублях? Фото с морской лев. Русские они хоть... 250 рублей. Да. Просто это... Мы с папой были в Осиповке, ну, в Геленджике, в контактном зоопарке. И там стоило покормить енотов 50 рублей. Для котиков 200 рублей больше. Я не вижу. А здесь что? А это, по-моему, говорили, что вот это закрыто сейчас. Она сказала, что в другом месте сейчас шоу. А, наверное, это как вот раз об... котиков здесь было. Это, видите, да. Трибуны. Да, здесь оно должно быть, но почему-то сейчас его закрыли по какой-то причине. И будет в другом месте. А здесь половина выпишет? Да, да. Может быть. Где тебе будет? Как там шоу радио Маруся? Да. Ну, а тут вот типа котики должны быть. Точно. Котиков тут нету, пока в зоопарке мы ничего не увидели. Кроме фламинго и лемурчиков. А лемурчики, да, лемурчики были милые. Фламинго, три коллеги стоят. А фламинго не очень. В Москве фламинго интереснее. У нас покрашенные. Опять какие-то пустые реки. Как-то, мне кажется, у меня спина подморозилась уже. Ну, пожарилась. Пожарилась. Это больше. Не у меня кожа надоела. Такой лев. Какие-то вот такие тут суперскульптуры стоят. Кто хочет сфотографироваться с чудесным дядечкой. Еще какая-то непонятная дорога. А, это, наверное, для обслуживания. Ну, конечно, жарко очень. По-моему, автобус закроется сейчас солнышко. Есть такая надежда. Потому что облачка у нас, в принципе, сегодня есть. Что большая редкость впервые завести отпуск. Ну, потом походим. Да, с этими хижинами. Интересно. Аллах ту мавит мавит. Аллах ту бум. О, рыбки. Рыбки. Тут можно сделать педикюрчик. Почем 15 минут 10 динар. Ну, так же, как у нас. Я за 10 динар в Медине сходила за 3 минуты. Вон, пошли, вон на то сядешь, Маша. У него здесь 15? Нет, 30. Нет, я имела тут динар. Ну, смотри, какая киска с ними. Ну что, мы кисек не видели? Да, не видели. Тунисских нет, еще не входит. Там тут какие-то все маленькие. Да, а у нас кого-то огромное. Магазин сувениров. А там что я проглядела? Смотри на меня. Нет, не увидел. Тут какие-то кресла. Зимки на входе миленькие. А что с той стороны? А, тут же какие-то аттракциончики. Тушканчики. Детские. Я хочу увидеть тушканчиков, если они здесь вообще есть. Вон там антилопы, вон там жирафы. Смотри, здесь, он да. Он бежал, бежал. Это фишки. А мне будет почти фишки, вот они милее. Там они жирафики. Фишки они нормальные. Это я не знаю, что. А, кто это? Кто там? Мне кажется, это не лемур, это муравьед, что ли, какой-то. Где куатик? Написано куатик. Кто такой куатик по-русски, я не знаю. Лежит, чешется, пузо греет. Что самое интересное сняла? Идем? Ой, вон еще один в дальнем углу. Тоже лежит в тени, отдыхает. Это жаркое. Он так классно бежал, а мы не успели. Ладно, идем к следующему. Ой, смотри, котенок очень маленький. Вероника, ну, детей в зоопарке больше всего интересуют котят. Я вы видите сына. Что тут у нас? Все?
какую-нибудь убогенькую мордошку. Посмотрю он отсюда, какой милый. Вы слышите? Так, этот куда-то пошел. Ладно, идем. Им всем жарко, как и нам. Все, идет. Поэтому все ленивые, не ходят, ничего не делают. А то им валяется на книге. Чем там уже песок какой-то вляпает? Нет. Поругись на руки. А что написано? На английском. Масло. Ring-tailed coat. Это оно типа кольцехвостый куат. Не знаю. Вы поняли. Я не помню, что такое куат. Мой английский не настолько хороший. Мне кажется, здесь обезьянки или лимончик тоже. Ну, пока что мы... Ой, эти совушки. Совушки. Мне кажется, отсюда ее будет не видно. Тут эти поближе сюда. Не видели в конце концов. Я не знаю, темная. Тут какие-то курочки маленькие. Воробьи не ему. Ну такие маленькие, какие-то курочки симпатичные. Я таких не видела. Табличек нету. Что за курицы? Нет, сложно. Это необычно, это какие-то маленькие курицы. А здесь интересно. Ой, видишь, вот это вышло там. Вот это. О, дикобразик. Сколько их здесь? Много. Они могут иголки выбрасывать, кстати, аккуратнее. Ну, я думаю, они на нас сюда не выбросят. А я думала, они в два раза меньше. Да? Я думала, что они за это больше. Я уже когда-то видела, не в таком количестве. Кто-нибудь там, давайте, разозлитесь нам, покажите свои иголки. Да вот их иголки. Че, идем отсюда сейчас? Ну, они должны их поднять. Тоже все ютятся в тени, всем бедным жарко. Идемте. Воды что-то у них там какая-то грязная налита, непонятная. Идем. Так. А тут что за столпотворение? О, там какие-то львы. Предаторсы. Предаторсы, не знаю, вот сверху написано лайн. Не знаю. Идем, пройдем, посмотрим. Здесь киоск с едой. А, и этот, кого нам говорили, как он называется, опять забыла. Лисички. Фокс. Да. Ушастая лиса, наверное. Что делать? Десять. Вообще это по-русски, мне кажется, ушастая лиса называется. Не, они его как-то еще назвали. Прикольно. Десерт. Ага, десертная лисичка. Не, как-то они его... Выходит, а? 1.5 килограмма максимум написано. В тени сидит, жарко ей, бедная. Как и всем здесь. Все изнывают от жиры. Кто? Кто? Вот сюда вот, самый угол. Ой-ти. Так, не вижу. Или самый угол, можно вот так вот. Нормально. Это енотики. Вроде наклонилась. Это енотики. Правда, тень. Классно, да? Всем жарко. Видели ромашки? Енот весь задергался прям. Они перерыкиваются. А там где-то кричат львы. Так, ладно. Еноты все понятно. Черепашки. Где-то наши черепашки. Это не камень. Большие вон черепашки. Классные. Тортилла, наверное, нет? Нет. Меня интересует тот рык.
Вон она куда-то пытается залезть под дом безуспешно. Копает землю. А что там с этими камешками фоткать? Я хочу львов посмотреть. Слышали эти звуки страшные? Да, я хочу туда, где рычит лев. В общем, вот такие у нас тут мостики деревянные. Легко провалиться. Там внизу. Ну, провалиться, да. Есть ощущение, что они могут провалиться. Где-то... Во, я вижу тигра. Вон там, вон там. Пошли, не отставайте. Так это все территория, наверное. Где? О! Это гепард, по-моему, маленький. Леопарды покрупнее. Я не знаю, я просто сказала первое, что я увидела. Да, это гепардики. Тоже в тени. Ты посмотрела? Они не малыши, это они такие взрослые. Они маленькие. Видно на камеру? Я не знаю. Ну, если что, приблизит. Может, папа фото сделает? Видишь, это и под мостиком, чтобы они здесь носились. А сейчас им уже видите, какая глазастая. Надо, наверное, ночью это сюда ходить, водичка, когда хищники просыпаются. Там много воды. Вот. Опа. Там что-то прям творится. Вот они купаются. О, вот это я понимаю. Вот это хотя бы кто-то не спит. Кому-то налили воды, и животные, наконец, это могут купается. Ходить. Страшно что-то стало. А в принципе ничего страшного. Вот у нас мостики. Сетка. Хоть нам сказали, что это и не в клетках, но в принципе в московском запорке такая же есть. А мне просто нравится по мостику ходить, а там. Тут просто клетки, но не клетки, а каждый сетчатый. Какие они милые, видно? Да. Вау, видишь, они брызгаются. Даже животные брызгаются. А они очень любят животных. Давайте поближе попробуем. Ничего, кошки, которые любят воду. Да как в такую жару, чтобы не любить-то? Сидит один на ступеньках. Классно. Идемте куда-нибудь дальше? Не, подожди, они, там что-то интересное происходит. А что-то место заняло. Сейчас тоже отхватит. А вон под деревом еще один лежит зевает. А там леопард. Пойдем. Что, тигры у нас уже больше не играют? А там леопард лежит в стихе. Сейчас еще поближе. Ну, раз я не сусай труху акчни. А ведь там еще увидишь. Ого. Опа, ты поздравился. Батька, очень засадил. Из воды вылезать в такую жару не хочется, как я их понимаю. Опа. Здрасте. Внимание, тигра. А ты посмотри, они там играют. А видно, потому что они играют? Я думаю, что видно. Вон третий подошел. Почему-то третий не хочет купаться. Сейчас прыгнет так. Сейчас бомбочкой. Зато им совершенно не до нас. Зачем мы их нужны, когда у них есть вода? Такие ушки беленькие. Им классно. Они кайфуют. Я им завидую сейчас. Можно к ним? Если сытые, то можно. Смотри, он тебя считает. Ой, он вылез. Все, один. Вон леопард. Ой, только что был в углу-то. Вон он. Вот он. Вот, смотри, ходит. Маскируется на фоне пустыни.
Ой, а вот там вот вдали, мыши. В тени вон там в домике еще один птиц. Идемте, что-то от этого мы, видимо, ничего не дождемся. Иду. Маме! Ой! Он обратно залез. Нет, я уже снимала. А, заявка. Он залез. Он вылезал. Идем? Блин, отсюда такой классный вид. По крайней мере, если доски провалятся, то внизу, кажется, тоже коридорчик огражденный. Так что не так все страшно. Кто? Ой, мои любимые белые тигры. Они русские. И они, как в прошлый раз, в московском зоопарке спят. А у нас красовался наоборот. Это что? Он спит, ему жарко. А вот еще один. Он там тоже в тени. Он какой-то не белоснежный. У нас, мне кажется, белоснежный. Их два, вон их два. Вон второй лежит. Точно! Стой. Ну, они лежат просто сюда. Здесь лев. Где? Спит. А, ну, вот там какой-то лев. Сонный. Все спят, кроме тигров. Да. Они-то дерутся. Смотри, тигры самые интересные, потому что они не спят и играют. И рычат. Просто лев. Просто сонный лев. Он один, наверное, здесь. Ему скучно. Не знаю, я думаю, где-нибудь в домике должна быть его жена. Кто-то там еще рычит. Мне кажется, нет, это повозка. Какие-то светленькие. Тут был черный, эти какие-то. Вот еще пара. Там в углу одна пара, здесь вторая. Два пара. Ну, в принципе, все, конечно, красиво и интересно, но они далеко. А там, по-моему, гиена. Или кто это? Гиена. Но животные все далеко. Сгорела бы в купальне. Терпи. Сейчас в тенечек встанем. Там у нас какая-то гиена ходит. И здесь у нас спит пара львов. И еще одна пара львов. Эти купаться не хотят, к сожалению. Они что? Они вчера была свадьба? Все встали после вчерашнего. Белый лев, наверное, написано, что это белый лев. Это дикая собака. Там коты носятся. Там коты носились. Это бешеные коты. Помнишь, как мы говорили, бешеные коты? Вон там спят где-то под деревьям, по-моему. Или это та же самая одна? Дикая собака. А, это, слушайте, это не динго случайно? Написано дикая собака. Это случайно не динго? Вон там, нет, здесь три. Потому что на гиену не очень похоже. Здесь три. Вон там, да и вон там сейчас. Ну, в общем, опять все под деревом спят, никого не видно. Надо приезжать вечером. Либо ночью. Или зимой. Когда не так жарко. Я бы не сказала, что очень интересно смотреть на спящих животных. Ты как-то устала.
Хотя тигры были хороши. Да, мне хочется почему-то к ним сейчас. Тигры и пантеры, судя по всему. Они сидят без клеток, к ним можно подойти, сфотографироваться, и никто никаких динаров за это не попросит. А сейчас мы пойдем посмотрим шоу морских котиков. О, облачка набежали как раз. Не знаю, что там будет за шоу, интересно или нет. На жаре стоять, конечно, не очень. Сначала мы уже, по-моему, прозевали.
пойдем умоемся. Только дождя хочу. Еще какие-то страусы. Пять. Три, четыре, пять. А, вот какой милаха. Грызут какие-то сухие ветки. Он тоже, видимо, за 10 динар. Сколько? 10 человек, это 10 динар. Ну, обдирала, да. Это круто. Так и 5 минут. Мне кажется, меньше. Да нет, у меня близнец. Одно фото и все. Знаешь, иди сюда, встань, я тебе не падаю. Фото с каждым из животных у нас по 10 динар. Слава богу, у нас с собой их нету. Мы потратили все на мороженое. Вон там сзади зебра, какой-то ослик идет. Там вдали зебра и ослик. Саш, смотри, зачем присаживаться? Вот так, переверни телефон. Ну, ты фотоаппарат, вспышку закрыла. Ой, у них такие языки смешные. Смотри, он, он дерево лижет, у него такой язык болтается. А где папа? Вон, смотрите. Видите, язык у него там? Угу. На бок. Так. Да у меня близнец.
А можно я спрошу панорамную фото сделать? А что тут панорамно это снимать? Нет, смотри, они как мне сделали. Видишь, блядь, жир весь. Кажи, жрать дайте, у меня твоя вода. У них есть вода в миске. Да? Да. Хе-хе. Ку-ку. Посмотри на него. Блин, на солнце не вижу экрана. Да-то остальные-то разбежались. О, из домика выходит еще один. Суслик. Где я? Блин, не нужно. Там слоны. Нет, там уже слоны. Сюда вставай. Тоже все спрятались. Вон. Тенечек. Вон они. Вон. А, погоди, вот тут грызи. Ой, еще один вылез. Дохлую мышь какую-нибудь. Мне кажется, кусочек птички, что ли. О, какая радость. Летает только так. О, бежит, бежит, бежит. А, это не к нему. На запах, на запах. Ну, такие воины. Не припитанные. Тенек. О, с вами. Да, я вижу. Африканский слон. Сейчас посмотрим, что слоны снимем. Ну, слоны вдалеке скучают. В московском зоопарке слонов и то поближе можно разглядеть. Он один, и там интересно. Нет, это просто выступление обычно с одним. А я выступление не смотрела. Я смотрела, была мама со слоненком. Да, вот это ходили. Я тоже видела. А я видела именно выступление с ним. А тут просто стоят в тенке, греются. Однажды ведро написал. А? Что, сфоткать? Сейчас, ну, там какой-то ослик, которого, наверное, особо не разглядишь на видео. Красивая девочка. Девочка чувствует. Ну, жарко всем. Раздеваются. О, красавчик. Давай, слона. Давай, слона. Давай, слона. Ну, нам уже недолго осталось. Позируй. А давайте вас со слоном сфоткаем. Я хочу. Идем дальше. А вон зебра. Нормально все уже. Идемте. Ой, сейчас его кормить будут.
сломался, давай. Вот зебра. Куда-то у него застряла ветка. О, еще один идет. Ну, в тенечек зайдите, в тенечек посмотрите. Почему-то все далеко. Хочешь, чтобы солнце прям в облака. Идем. Ой, лошади. Это разве лошади? Там, по-моему, какой-то ой, типа як. Или кто-нибудь в этом духе. Я просто не видела. С рогами. Вот иногда такие навесики встречаются, к сожалению, животные не всегда близко к ним, иногда приходится выходить на солнце. Это у нас Wild Best. Не знаю, кто это. Ну, в общем, какой-то Wild Best. Какие-то карты. На яков. Ну, яки они все шерсти. Как возле любых этих копытных у них воняет. О, вот отсюда жираф хорошо видно. Один почему-то светленький, а остальные все с темными пятнышками. Наверное, на солнце. Немного гуляла и выгорела. Люди все грызут какую-то сухую ветку несчастную, на которой уже давно ничего не осталось. Вообще деревьев не осталось. А что у нас? Фруктики. Вообще фруктики у нас есть. Вообще фруктики-то у нас есть. Пошли посмотрим. Крокодила пойдем искать. Какой-то очень тяжелый для подъема мостик. Всем жарко, все устали. Это вверх топать никому не охота. Это еще не ступеньки. Что ты хочешь? Да, похоже, там должны быть крокодилы. Ну и где? Да, написано, что здесь нильский крокодил. Ну, видимо, он под воде. А, вон он.
Я вижу. Вон там у стеночки в теньке греется. Вон. За прудом серая стена. Какой? Большой. Но скучно. Ну кого же он там? А зачем потом обходить? Все равно нам в ту сторону идти. Может там еще чего-то посмотрели. Хочу, чтобы был дождь. Сурикатов кормить хотите? Срок? Нет. А что? У вас есть фрукты? Я не хочу. Подойди в тенек. Теперь будет занят поеданием яблока. Видно яблоко, его сейчас сожрут. Сейчас, может, на нас смотрит, посмотрит. Ослик. Давай мы тебя сфоткаем. Кысь. Идем, сейчас. Одно фото. Сейчас он морду высунет. Ну высунь, мордашка, ну. Он стену лежит, по-моему. Хороший. Лер, не, наоборот, вернись, сфоткай. Ты милаха какой, а? Ты мой хороший. Ты мой хороший, базируется. Хороший. Травка. Вот там работник зоопарка берет телефоны у людей. Мы даже не думаем. Снимает слонов. Ну и шли бы в тенек. Я пока сняла. Мне кажется, мы сейчас выйдем туда. К началу. Прям он какой-то нереально гигантский, вон там бычара какой. Вообще. Посмотри на нас, он похож на какого-то огромного кита. Я таких больших, мне кажется, первый раз вижу. Тут теленочек маленький. Еще какие-то мыши. Ой, смотри, где? Hello. Thank you. Ой, мне кажется, он что-то хочет. Фу. У нас есть. Фу. Он убит ужас. Лезь не в камеру. Трюха, того хочу быть рога. Я хочу, чтобы я его погладила. Трюху какие-то рога. Вид сзади на большого быка сниму. Там вон еще эти коричневые. Но вот это конечно, нечто. Целый слон. Жалко, что он спиной к нам лежит, и его не разглядеть. Он какой-то огромный. И даже не написано, кто это. А, вон там таблички. Кто есть кто? Чего? Ну, есть какой-то. Пахнет как какая-нибудь мелисса.
Может, это розмарин? Нет, ну как, розмарин. Где Лера? Вон она, наверху. Ну-ка я посмотрю, кто это такой у нас. Огромный не написано. Вот это, наверное, огромный. Горбатый какой-то. А, зебу, вот. Это, наверное, зебу там лежит большой такой. И, в принципе, вон где-то там они есть, и довольно много. Мы смотрим на них издалека, почти ничего не видим. Что-то ковыряют ко мне. Такие у них какие-то лесенки тут, которыми они не пользуются. Что еще? Кто их выбили, да? А вот сейчас? Макаки они. Бабуины. Там бабуины написано. Мне нравится макаки. А у бабуинов тоже, по-моему. О, идет там красный. Ну, по-моему, у бабуинов тоже как раз. Хотя, может, не у всех. Тут тенек, стой, куда торопись. И куда мы пойдем? И там тоже тенек. А куда мы пойдем? Туда. Вот, смотри, у нас еще сколько на обезьян. У нас времени еще дофига. Вон попа красная, ты же говоришь. Тут он хорошо. По-моему, еще тучки набежали. Пошли. Пошли пока тучки. Тучки можно выползти. Все равно в тени прохладней. Все время холодный ветер и дождь. Езжай в Россию. Угу. Там все есть. Ой, я смотрю. Давайте пройдем мимо этой клетки. А, тут катание на ослах. Это нам не интересно. Можно подойти, посмотреть поближе. Ну пока все равно тучки. Все равно время куда-то надо девать. Пошли. Ой, там еще всякие, смотрите, прикольные какие. Да. Мне кажется, это свинки. Здесь кто? Здесь если кто и есть, то его не видно. Это... Низкие свинки написаны. Ну, а морские свинки. Вон там страусы. Их не видно. Не знаю, куда подойти даже, чтобы они... Здесь есть кафешка, пицца, вода, мороженое, кофе. Это у них много. Пианино. Что такое пианино?
по Нине. Что это? Я не помню. Вот там страусы. Какие-то маленькие антилопки. Что ли? Все ходят без веса. Все. Еще страус нужно подойти. Пошли к страусу посмотрим. Вот такой. Маша, что сыноси? Да, ты в этой стороне. Перещай на это, посмотри. Thank you. Jsi taky? Jsi ještě taky na krmi? Ne? A ty? Může i den? Já už běžu na krmi. Ne, ne, musím na krmi. Dobrý. OK. Thank you. Thank you. Pojď. Не вечная. Это не надолго. Там еще другие есть. О, кенгуру. Пошли кенгуру смотреть. О, уже 10 минут. 11:10. Отлично. Осталось всего 20 минут. Быстренько пробегаем. Идем в автобус. Ура! Да он, небось, не пустит, блин, стоять там на асфальте. Эму? Я уверен, что никого не было. Зачем? Что? Ну, вот это. Не убежай. Вот она вышла из клетки. А у нее мозгов меньше, чем ее глаз. Конечно, это у страуса, но у нее так же. Да. Идем, идем. А с этим можно было сфоткаться, когда он высовывает голову. Болезнь, какой болезнь африканская. Это серьезно. Какие-то они маленькие. Улез. Ну что, продвигаемся дальше? Это какие-то карликовые, что ли? Где? Вот у нее кенгуру. А вот это у нее тоже. А нет, это мальчик. Мальчик. Это лапка только высокая. Такие не маленькие. Это какие-то карликовые, наверное. О, видишь, вылез. Где там бежит? Какой-то маленький. Его. Просто его видно через камеру? Видно. Ближе, подойти. Мама, подойди. Пошли. Мама, подойди. 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 Мама,
Вот он большой, такой. Кенгуренок, ага. Регенерируй и баловичку вот эту. Это нужно, я кенгуренка. А, ешь. Он все равно не любит цирку. Давай, сфотографируй. Ходи поближе. Куканятка. Марусь, пойдешь? Садись туда вниз. Быстрее, быстрее, пока она стоит. Кепку, может, снимешь? Ну-ка. Эй, киски, иди сюда. Пойди сюда, вот смотри. Вот этот сейчас у тебя. Видишь? Ну ты посмотри тоже на меня. Ой, ускакал. Ладно, так, здесь там. Вот смотри, смотри, она поворачивается. О, это встала, давай. Смотри на меня. Марусь, на меня посмотри. Он кушает это. На меня посмотри. Он съел мою эту... травинку. Он уже съел одну. Ты же родная куриная травочка. Так, ну ты же красивые. О, хорош. Хорош. Привет, красавчик. Дай тебя. Хочу твои рога потрогать. Куда ты убегаешь? Маленький еще бэмбик. Давай я с ним. Да его не видно особо. Окей, зато я знаю, как завалилась. Там еще у нас олени. Ну пошли. У нас времени уже остается немного. О, еще целая стая. Я хочу на колонии сфотографировать это все. В принципе, у них растут те же самые кустики. Но почему-то им нравится, когда их кормят. Дай мне еще. Все, идем. Дай мне еще. Ну, кучка. Ну, тут надолго. Вон там еще есть. Вот, сюда не снимай, пожалуйста. Сколько их тут много. На маму смотри, сын. Давай. Куда-то все спинами отвернулись. Ты будешь фоткаться? Тёма! 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 Лёш, давай я тебя сфоткаю с ними. Лёш. Красавчики. Оленей у них много. Классные олени. Ой, как они смешно разговаривают. Ага. Домой. Эй, верблюд! О, верблюд. Идем, вот здесь можно пройти. А вон там тоже дорожка. А, ну окей, давай. Я хочу на твой каменный статуи что-то. Мне потом отправишь? Угу. Вот тебе подряд. Там люди катаются на верблюдах. Время 10 минут осталось. Быстро смотрим верблюдов и убегаем. Давай, кормить. Иди подойди. Давай, кормить верблюда.
только быстро. Я хочу. Сидят. Ага. Я, конечно, сейчас не вспомню, как их зовут. Козы, в общем. Длиннорога и козы. Какие-нибудь эти антилопы. Или кто? А мы уже торопимся на автобус. Ну, собственно, что мы можем сказать? Я за это заплатила 20 баксов. Простите, но у меня нет слов. За детей по десятке еще куда ни шло. Ну, 11 динар оно, может, и стоит, за которые здесь продаются билеты. Но как мы с экскурсией поехали, дорого, однозначно дорого, оно того не стоит. В Москве за 500 рублей получше. Животных больше, и нет такой жары. А я хочу, чтобы сейчас был дождик. Дождик. На заказ делают надписи на деревянных дощечках. Меньше. И животных меньше. Единственное, что тут жирафов больше. У нас два, а тут пять. Я не дерево обычно. И этот лисичка Финёк. Я вспомнила, как ее зовут. Элемуры. Все лемуры, наверное, тоже есть. Хотя не помню, элемуры. Не знаю, может, появились они. Сейчас странно. Ну, и тигрики очень много были. Тигрики, да, классно понравились. Угу. Мы ожидали больше. Если курили, на машинке ездили. Ну, такой... С тентом и кондиционером. Да. О, вот он выход. Все, мы пошли. Очень не знаю, если вам очень надоело сидеть в отеле, сюда можно съездить.